Сегодня в России вообще и в ее опорном регионе, в частности, отмечается Национальный день донора. По этому поводу на областной станции переливания крови на Пальмира Тольятти 8 высадился десант, причем уже третий, из депутатов Екатеринбургской городской думы, членов медицинской фракции, ведомых своим лидером Алексеем Вихаревым. Донорство для меня и для моих коллег по медицинской фракции уже стало доброй традицией. Сегодня мы в третий раз приехали на станцию переливания крови. Хотим поддержать жителей города, жителей области, которые проходят лечение в медицинских учреждениях. Особенно важно, когда я езжу к солдатам, которые находятся в военном госпитале, которые приехали из мест осуществления специальной военной операции, видеть то, что им где-то нужна кровь для восстановления и восполнения сил, вдвойне понимаю важность сегодняшнего мероприятия. Если мы посмотрим историю, то в годы Великой Отечественной войны число доноров в нашей стране было около 5,5 миллионов человек. И за все время было законсервировано и сдано более 1 700 000 литров крови, которые переливались и были использованы в операциях и помогли нашим гражданам, нашим бойцам более 7 миллионов раз. Я сдаю кровь уже не впервые. Сегодня 4-я донация у меня. Вообще у меня цель есть стать почетным донором крови. И благодаря медицинской фракции я очень уверенно к ней иду. 40 раз надо сдать, то есть у меня еще 36 осталось.